вечер, уважаемые судьи. Здравствуйте, уважаемый товарищ майор. Я не ошибся, да? Как, нет, вас, вы не ошиблись. Как вас зовут? Меня зовут Малахова Екатерина, мне 44 года, и я служу в Брестской таможне уже 17 лет. Я советник таможенной службы третьего ранга, заместитель начальника отдела организационно-распорядительных документов. Это в простонародье канцелярия. Вся документация, которая поступает в Брестскую таможню, которая из нее исходит, проходит через наш отдел. За каждой бумагой стоит сложная проблема. И чем быстрее ты этот документ направишь туда, куда он должен поступить, тем быстрее ты поможешь ее разрешить. Значит, к подведению итогов. Какого числа? 16 числа. Mm-hmm. Ну, слайды, как обычно, подготовить по статистике месяца, скорее всего. Почему вы решили принять участие в «Фактор Бай»? У меня дочка, пока она была маленькая, у меня не было ни сил, ни возможностей принимать участие в такого рода мероприятиях. А сейчас уже ей 10 лет, она уже самостоятельная. Соответственно, у мамы немножко крылья начали расправляться, появились силы, чтобы отпустить ту синицу в руках, которую я имею, и погнаться за журавлем, то есть пойти на сцену, отбросив все сомнения. Главное — достойно себя показать. А дальше как сложится. Я сделаю все, что от меня зависит. Катенька, я как гражданин России декларацию не заполнял, потому что нет обязательных товаров для декларации. А вот по договору все у нас официально, так же, как и у Ольги. Да, и мы искренне рады, что... У нас когда... все по любви. Да, не, все не по любви. Не спеша и по любви. Когда тебя встречают на границе такие замечательные девушки. И ну, у меня будет впервые случай, что работник таможенной службы будет петь. Вот у меня, Оля, у тебя было такое? Я обычно пел таможенник. Ну, как, что на... я только не сделала на таможне. Но мне точно там не пели еще. И, Катенька, мы с удовольствием хотим послушать вас. Уверена, что это будет замечательно. Спасибо. Слушайте, мне очень сложно говорить. А почему сложно тебе сделать выбор, Денис? Я объясню, потому что, ты понимаешь, тех, кого я уже услышал, и очень высокая планка участников, она уже ставит какие-то определенные рамки, но безусловно. Это, наверное, как в каких-то квотах по визам, знаете, или по въезду. Но я говорю нет, ну, просто за счет того, что мы находимся в рамках проекта. А вот я говорю да, но мне хотелось бы вам кое-что подсказать. Во-первых, в нижнем регистре все мягче. Дальше, когда вы идете наверх, мне хотелось бы, чтобы вы не делали голос крупнее, чем нужно. А потом, когда спускаетесь в нижнюю тесситуру, не грузите опять низ,
И тогда, может быть, вы Дениса убедите. Но у меня да. Спасибо. Или лучше пряника, а не кнут. Понятно. Екатерина, ваша мощь, ваша история и ваша личность намного больше, чем сегодня я услышала, когда вы исполняли эту песню. То есть это, знаете, когда масштаб профессии, он намного больше, чем ваше исполнение. Но я не вижу вашу конкурентоспособность в рамках нашего шоу. И мне кажется, вам это и не нужно. Поэтому нет. Спасибо большое. До свидания. До свидания.